Привет, меня зовут Вадим, я мастер спорта по прыжкам в воду. И сегодня мы учимся делать ворону, прыжок кошкой, да и хрен его знает. Любые прыжки в воду имеет смысл начинать с суши. Из зала вроде типа вот этого, там с батутами, всякими матами. Короче, куда вот можно вот безопасно всякую чушь делать. Вот смысл потренировать просто горизонтальный полет на чем угодно. Например, начать с какого-нибудь мата вроде этого. Просто почувствовать, что такое лететь горизонтально. Делать то же самое, но только по чуть-чуть поднимать чуть-чуть повыше. Самый простой способ научиться прыгать на живот — это через сет. Делайте так, потом так. Что бы вы ни делали, делайте это аккуратно. Так, но вот этот трюк, его абсолютно не обязательно делать, и достаточно ограничиться простыми прыжками на живот. Ну, не изобретайте ничего сверхъестественного. Короче, суть в любом случае одна и та же. Сначала вы летите как бы максимально горизонтально, вот, как парашютисты. А перед самым-самым входом в воду нужно сложиться в склад. Главное то, что голова у вас убрана между рук, и руки, они, кисти находятся здесь. Не вот здесь, а здесь. Начните с небольшого, смотрите, чтобы вы ни на кого не прыгнули. Выпрыгиваете тело горизонтально и складываетесь вот в это вот положение. Голова между рук. В общем, вот смотрите. Почувствовав себя более-менее уверенно с бортика, можно перебраться на полметра повыше, например. Почему бы нет? Когда вы уже забираетесь на 3 метра, то имейте в виду, что это уже такая высота посерьезнее. Вы когда летите, то ваше горизонтальное положение должно сохраняться вплоть до самой воды. Но в принципе ничего сложного, просто вытолкнитесь двумя ногами повыше, летите ровно и перед самой водой сгибайте складку. Ничего сложного. Складка, она более такая уже комфортная высота. Ну, это уже 5 метров, будьте аккуратнее. А разница между семеркой и пятеркой, она не такая уж и большая. А вот 5 и 10, разница, конечно, большая. Два раза. Лично я бы не советовал бы этот прыжок делать выше, чем с 10 метров. Че, поехали?